я сегодня фразу такую слышал, что белорусы могут спасти женщин, и эта ситуация войдет в историю. Вы допускаете, что вы действительно можете там, поменять ход белорусской истории, в частности, каким-то образом, таким видением, учитывая то, что столько лет белорусская оппозиция не смогла объединиться в силу там разных причин? Вы видите, у нас получилось это за 15 минут. И это говорит о том, что с правильной целью, приложив усилия и ресурсы друг друга, мы уверены в том, что в нашей победе, в том, что мы сможем это изменить. Нас большинство, как вы видите, нас поддерживает большинство. Это видно вообще везде. Сейчас мы объединились, мы еще сильнее. И последний мой уточняющий вопрос про план, наверное, больше план, про дойти до выборов, выдержать этот прессинг. То есть, если бы не объединение, какие бы ваши действия были? Допускали бы вы снятие и допускаете ли вы это сейчас? Если бы вы были одна, я не верю. На протяжении всей кампании у меня было несколько раз, когда я уже хотела сняться, потому что это очень тяжело морально, очень тяжело физически. И я думаю, что я бы очень старалась, но я не могла бы гарантировать, что я не снялась бы в силу каких-то определенных причин. Вот сейчас, конечно, я ощутила поддержку со стороны соратниц. Вот. И надеюсь, что с их поддержкой, с их помощью я выдержу это все. И надежда на эту победу. Я попомню, вы говорили, что там без подробностей деталей проблем, но все же, если уточнять, чем, вот, в частности, ваши два штаба могут помочь, если можно подробнее, вот, штабу зарегистрированного кандидата, вот, в частности. Всем, во-первых, нас... Можно подробнее? Экспертизы, ресурсы, потому что у нас уже все-таки и у Виктора Дмитриевича, и у нашего штаба, Валерия Ильяновича, у нас сформированные штабы полностью. Да. У нас есть команда людей, которые сейчас готовы совместно, всем вместе работать по достижению одной цели. То есть поэтому, именно поэтому мы объединились, тем самым мы будем помогать в плане там, и в цифровом продвижении, и в правовом поле, да, потому что у нас есть юридический отдел. Именно для этого и произошло объединение штабов, чтобы по всем вопросам, которые Светлана могут возникать сейчас в процессе этой предвыборной кампании, наши штабы совместными усилиями, как говорится, одна голова хорошо, но две лучше, совместными усилиями мы победили. Потому что, как вы знаете, наш штаб обезглавили в самом начале еще. Всех наших самых ценных специалистов и активистов, к сожалению, задержали. Поэтому нам пришлось очень долго проводить работу, и сегодня сейчас, да. Поэтому нам помощь нужна будет.